Читая Конституцию Российской Федерации после голосования на пеньках, уже даже не знаю, что и подумать. То ли новые правила русского языка, то ли у нас две новых, даже не две, а три государства появились, исчезли на карте. А именно, я говорю, что если Союза СССР – это Союз Советских Социалистических Республик, то значит, уместно считать, что у нас появилась то ли Российская ФФ, то ли Р-Федерация. Ну и также, видать, у нас появились и правила сокращения в русском языке. Относится ли это к фальсификации или умалению истории? Ну, решайте сами, пишите. И репостим, 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 подписываемся.